Коллеги, всем привет! С вами команда портала InvestFuture, меня зовут Кира Юхтенко. Мы только что провели онлайн-трансляцию онлайн заседания ЕЦБ на нашем YouTube-канале InvestFuture, ну а сейчас я в паре слов хотела бы рассказать, каковы все-таки итоги заседания ЕЦБ для мировых финансовых рынков. Итак, резюмируем. Глава ЕЦБ Марио Драги сегодня нам рассказала о том, что Европейский Центробанк готов сократить программу количественного смягчения, до текущего момента она составляла 60 миллиардов евро в месяц, то есть на эту сумму, ЕЦБ каждый месяц покупал активов и складывал их, грубо говоря, на баланс регулятора. Так как экономика восстанавливается, инфляция постепенно движется к целям Европейского Центробанка, Драги заявил о том, что ЕЦБ счел в нормальном сокращение программы на 30 миллиардов евро в месяц, и по его оценкам до сентября 2018 года такой объем программы будет сохранен. Что будет дальше, Марио Драги пока не может сказать, не хочет сказать, потому как, по его мнению, программа может быть как дальше сокращена, еще на какую-то сумму или и вовсе свернута, или же наоборот, в случае необходимости, программа может быть Наоборот, увеличена, если состояние экономики еврозоны внезапно ухудшится. Как отреагировал на ситуацию рынок? Давайте откроем график пары евро-американский доллар. Я открыла котировки у нас на InvestFuture в разделе котировки, форекс. И смотрим на динамику основных валютных пар. И видим, что на часовом графике состоялось мощное падение курса евро-доллара до отметки 1,1760. Однако здесь мы нашли поддержку и рынок выкупили. Почему выкупили? Здесь два момента. Момент первый связан с тем, что Марио Драги на пресс-конференции не стала опровергать вероятности того, что в 2019 году Европейский Центробанк может пойти на повышение процентной ставки. Вот этот факт привел к... К локальной активной покупки европейской валюты а, поэтому в таком контексте ситуация начала немного меняться так как инвесторы хотя бы получили некоторую конкретику относительно решения ЕЦБ. но вот этот комментарий драги сделал уже в самом конце а, пресс-конференции поэтому а, именно вот то, что мы с вами наблюдаем, резкое падение, которое затем сменилось небольшим выкупом, но по-прежнему ниже отметки 1.18, глубоко ниже мы остаемся. Давайте посмотрим, как выглядит динамика пары евро доллара на дневном Графики. Вот таким образом мы видим небольшая красная свеча, формируется в четверг. Что здесь у нас по технической картине? Посмотрите, на дневном графике мы видим маленькую фигуру голова и плечи, которая фактически у нас была уже отработана. Ну а если мы переключимся на недельный график, то здесь мы увидим еще одну голову с плечами, но более крупную. Посмотрите, вот она. Первое плечо, голова и второе плечо. Пока эта фигура не подтверждена, для того, чтобы ее подтвердить, нам нужно пробить отметку 1.16. 70 вниз. Этого пока не происходит, и сегодняшнее заседание ЕЦБ не стало драйвером для того, чтобы это произошло. Будем наблюдать за тем, что происходит дальше. Завтра в пятницу у нас выходит статистика по ВВП США за третий квартал. Ее можно посмотреть в экономическом календаре Invest Future в разделе «Календари», «Макроэкономика», «Экономический календарь». Если мы с вами сейчас в экономический календарь перейдем, и посмотрим, что у нас в планах на 27 октября, то увидим, что из важных событий мы смотрим именно на американский ВВП. Завтра прогноз 2,5 по итогам третьего квартала. Предыдущее значение второй квартал 3,1. ВВП может замедлиться, но, как предупреждают аналитики, скорее всего, доллар не будет реагировать падением на эту новость, так как все понимают, что замедление ВВП связано именно с природными катаклизмами. С волной ураганов, которые в третьем квартале по американской экономике прокатывалась. Поэтому это не негативный тренд, это просто вот такое сезонное явление. Поэтому посмотрим. Вполне возможно, что завтрашние новости станут еще одним драйвером для того, чтобы пара евро-доллар продолжила снижение. Друзья, у меня на сегодня на этом все. С вами была команда портала InvestFuture. Меня зовут Кир Юхтенко. И до новых встреч в наших следующих материалах. Всем пока!